У меня сын чемпион мира. Зайдите в компьютер, увидите, чемпион мира Давтян Юрик, тайский бокс. Мне стыдно, что мой сын бросил и ушел мне. Потому что Россия говорит, папа, нечего делать. Почему? Я отец такой, люди добрые. Здесь очень много матерей. Мне приятно смотреть ваше лицо. Мне приятно смотреть, когда вы за одного человека душа болит. Почему мы не можем просто-напросто друг с другом цепиться так, один кулак, идти вперед? Мы уже друг с другом. Да нет, не все друг с другом. Если все будете один кулак, тогда никто вас не победит. Дальше больше. Это только начало. Народ России, я с вами. Министр. Вот поверьте мне, не продавайте свой народ, не предавайте свой народ. Ни один народ. Мой дед, обои деды ушли за этот народ. Мне никто не может сказать, ты почему здесь стоишь. Потому что это и моя земля. За эту землю завтра будет любой американец, я морду набью. Когда-то Путин сказал, что я после второго не буду больше блокироваться. Я прохожу в 2018 году. Там в компьютере нарисовано Собчак, Грудинин, Путин. Я извиняюсь, слушайте внимательно. Я выбираю Собчак, сволочь, выходит Путин. Я выбираю Грудинина, выходит Путин. И скажите, пожалуйста, я спрашиваю этого человека, этого девчонку, который милиционер. Я спрашиваю, почему показывает одного Путина. Я езжу от Ленинск-Кузнецка, если вы карту откройте, посмотрите, я почти 18 городов обслуживаю. Я этими руками работаю, я не стесняюсь, я и директор, и предприниматель, и рабочий, и грузчик. Мне не стыдно, стыдно тогда, когда я не смогу делать. Я прихожу также, всех магазинов спрашиваю, люди добрые, за Путина голосовал? Говорит, нет. Ты за Путина? Нет. Ты за Собчак? Нет. А кто? А у него 78%, блин, получается голосов. Вот я этот народ смотрю, все, пришли за Фургала. Я очень рад за это, что за Фургала стоят столько народа. Я оттуда вчера не пожалел, я почти 40 тысяч купил билет, приехал сюда. Сейчас я был в Москве, в Москве бьют, колотят. Я им молодец, они помогают вам. Я просто говорю, уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, прекратите эту войну, прекратите, остановите. Вот мы добьемся тогда. Вот вы своими словами чего сейчас добьетесь? Я добьюсь, вы, да. Я один человек никогда один не хлопает. Человек. А когда двумя руками, это народ. Но вы говорите много, а по факту вы как думаете? Я почему и сегодня вышел, по факту вышел. Говорит, что нас ничего не будет. Просто-напросто. Не надо уходить оттуда. Полностью вместе с народом. Люди выходить. Уходим, конечно, мы будем выходить. Выходить всем, понимаете? Зачем? Не только вы, ваш народ. От русского народа. От русского народа я много не говорю. Я говорю четко и точно. Время. От русского народа они не боятся. От кавказцев боятся. Если кавказцы станут рядом с вами, ребята, вы свободны. Спасибо! Спасибо! Спасибо!